Привет, друзья! Дистори у микрофона. И сегодня у нас вышло новое событие. Называется на Android. Вы просто посмотрите, насколько оно красивое. Да, наборчик красивый. Ну а с другой стороны, друзья, я немножко разочарован по недавним нашим событиям. И, конечно же, немножко, ну, немножко больше, конечно, всего, больше всего, конечно, рад. Чему я рад? То, что у каждого из вас есть шанс теперь приобрести себе эксклюзивный, можно, набор Дина Ангела. Это набор был реально эксклюзивный, и теперь вы каждый из вас может приобрести. А немножко печально то, что, блин, когда-то все эксклюзивные вещи в любом случае добавят во Free Fire, и вы не будете, скажем так, говорить, что у меня у одного есть. Когда-то все равно все вещи, которые там, не знаю, там добавлялись давно-давно, их добавят, и все будут с этим ходить. Ну, конечно же, блин, тут, скажем так, и печально, и радостно, в общем, не знаю. Ну, друзья мои, просто спуститесь вниз, потыкайте, реально потыкайте вниз на лайк. Просто вот, вот так вот сейчас возьмите и понажимайте все на лайк, понажимайте. А я... Ну, блин, ну, друзья мои, ну, я врать не буду. Мне жалко алмазов, но я за этот набор играть реально не буду. Ну, стоит мне, ну, выбивать то, что мне не надо. Вот есть смысл или нет смысла? Вот вам, друзья мои, если не нравится, вы будете выбивать или не будете? Не знаю, ну, честно, мне этот набор вообще не нравится. Вообще не нравится. Ну, в плане того, что, да, эффекты крутые. Да, может быть, он прикольный. Ну, прикольный, спору нет. Но я за него играть не буду по-любому. По-любому я за него играть не буду. Чтобы вы понимали, я всегда играю за Дина Ангела. Я и буду играть. Даже если теперь у всех он есть. Я все равно буду за него играть. Но, блин, какие-то у нас тут еще есть призы. Есть такая стеночка. Можем приобрести, тут-то приобрести. Такие вот тапочки, которые у меня есть. Ну, тут у меня почти все есть, кроме вот этой бейсболки, друзья мои. И кроме этих шорт. В общем, что? Давайте я крутану два раза. У меня, кстати, вот такого рюкзака, скорее всего, нету. Блин, ну набор мне... Ну, кстати, вот эти вот глаза... Кстати, друзья, глаза неплохие. Вот, поставьте лайк, как думаете, если глаза четкие. Давайте, покрутим немножко. Друзья, от вас максимальная поддержка нужна, прям максимальная. Пожалуйста, ну просто влепите лайк. Ну подпишитесь на каналчик и, пожалуйста, чтобы не пропускать ни одного моего нового видеоролика и просто не пропускать ни одни мои новые халявы, там, промокоды, потому что я один из первых, кто выпускает вам халяву и дает вам халяву. Поставьте колокольчик, и я от вас отстану. Спасибо. Поехали. Все, не будем тянуть, поехали, давайте. За 79 алмазов. Давайте, крутанем. Конечно, сейчас падает мне. Чего? Не падает? Серьезно? Давай так вот. Так-то упадешь? Даже так не падаешь? О, нифига себе. Все серьезно? А вот так упадешь? А вот так? Вот так упадет. Раз камень есть. Так, забираем мы алмазы купончик. Ну что делаем? Конечно же, крутим второй раз. Сейчас по-любому должен упасть. А, нет. Нет. Офигеть. Типа, короче, знаете, что заметил? Знаете, что заметил, друзья мои? Если выходит событие, и ты начинаешь крутить один из первых, да, эти события, а редко, когда начинают везти. Редко. Именно везет тогда, когда этому событию уже прошло несколько дней, и тогда уже везет. А сразу вообще не везет. Вот честно вам скажу. Вот я вот уверен, что сейчас я потрачу очень много алмазов, нежели бы я крутил бы, например, через 2 дня. Да. Давайте покрутим. По одному не варик. Не, по одному. О, вверх. Кстати, верх такой есть. Вверх, кстати, такого нету. Забрать на склад. Такого верха у меня нету, кстати, друзья мои. Давайте еще раз. Дай камень. О, бейсболка, которую, кстати, бейсболочку тоже заберем. У меня тоже-то бейсболки нету. Нормально. Забрали бейсболку и вверх, да, кстати, мои? Свы друзьяшки. Вот, да. Вот этот верх мы забрали. Правильно, да. И вот эту бейсболку мы забрали тоже. Free Fire. Ну, неплохо. Что еще надо для счастья? Что еще нужно для счастья? Так, давайте еще скутанем один раз. Давай, камень. Так, понимаю. Так, быстренько. Давай, быстренько. XM8. Понимаю. Ну, друзья. 1000 алмазов я оставлю. В любом случае, я оставлю 1000 алмазов. Ну, потому что я знаю, что сейчас я сейчас буду крутить, и выбью я максимально вот до этой эмочки. Ну, 100%. Ну, 100%, друзья мои. Пожалуйста, ну, напишите в комментариях, что мне делать. Есть смысл убивать, нет смысла. Но честно, я бы посоветовал вам
не трогать. Ну, лично мое мнение. Потому что скоро выйдут офигенные события, рулетки с офигенными оружиями. Ну, в общем, я думаю, что будет намного лучше, мне кажется, чем вот этот набор события. Смысл есть, есть смысл на него тратить очень много алмазов. А на него можно потратить очень много алмазов, друзья. 2000 смело. 2000 смело. Ну, реально, 2000 смело можно потратить. Ну, мало ты на него не потратишь, мало не потратишь. В общем, спасибо всем за просмотр. Я вас всех сильно люблю, всех обнял. Скоро к вам приду в новом видеоролике. Всем пока, друзья мои. Пока. Я вас, честно, всех люблю. Спасибо всем за поддержку. Лучший.